Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Человек замечает, что у него частенько чередуются боли рук и ног. Вот он просыпается утром, у него что-то болят руки. А на вечер эта боль переходит на нижние конечности. Или наоборот. У него просыпается утром, у него болят ноги, а вечер приходит, вечер начинается, болят руки. О чем это говорит? Прежде всего, это говорит, здесь я напомню, уважаемые зрители, не надо искать в западной медицине и восточной медицине сходства какие-то. Мы читаем лекции о восточной медицине, и когда у человека наблюдается вот этот вот дискомфорт, либо перемежающие боли, то руки болят, то ноги болят, то чередуются они между собой, то правая сторона нога болит, левая нога сторона болит. И вот эта вот, скажем так, боль, она движется, но только по нижним и по верхним конечностям. Туловище и голова не касается. Конечно, многие могут сказать, это проблемы с позвоночным столбом. Ну, мы, как всегда, отвечаем самое простое, самое, скажем так, подручное средство. Турник вам в помощь. Выровняйте свой позвоночный столб, вот, наведите в нем порядок в позвонках, вот, расслабление, вися на турнике, тем не самым поддерживайте это расслабление, вот, и воспитывайте свой, скажем так, позвоночный столб, чтобы он был всегда ровненький и аккуратненький. Тогда у вас, возможно, и покинут боли верхних и нижних конечностей, которые возникают сами по себе или непонятно при какой ситуации, которую человек объяснить не может, но приносят огромный дискомфорт. Ну, конечно, мы уже знаем, что тройной обогреватель проходит по верхним конечностям, контролирует седьмой позвонок, также позвоночный столб контролирует, и контролирует грудную и брюшную мочеполовую систему. То есть, и практически все эти системы связывают воедино и контролируют их выполнению работы воедино. Если эта вся система расстроена, расстроен весь организм. Расстроено движение тонкой энергии ЦИ. Помните, тройной обогреватель – это единственный меридиан, который не владеет ничем, но обладает всем и контролирует движение каждой тонкой энергии в каждый участок нашего тела, в каждую клеточку нашего тела. Если эта функция нарушена, то начинаются всеразличные боли. Допустим, такие, как проявляются, то боли верхней конечности, то боли нижней конечности. Потому что нужно первое восстановить тройной обогреватель. И помните, что восточная медицина, если на сегодняшний день память мне не изменяет, она повторяет всегда, что важно знать, в каком состоянии меридиан тройного обогревателя. То есть этот меридиан один из важных. Почему? Потому что он контролирует тонкую энергию. И через точку Тершеши Джигу профилактическими методиками, массажными воздействиями можете что? Спокойно бороться с таким проявлением, как болезненные верхние конечности, нижние конечности, одновременно и по отдельности взято. Только что нужно с данной точкой заниматься, массажировать ее. Спасибо за внимание.